По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала эпидемиологического сезона в Туве зарегистрировано 74 случая обращения по поводу присасывания клещей, в том числе 20 случаев укуса детей до 17 лет. В Кызыле зарегистрировано 12 случаев присасывания клещей, 9 случаев в Барунхемческом, по 7 случаев в Мангунтагинском, Чахольском, 6 в Кызылском, 5 в Байтагинском районах. Всего случаи укусов зарегистрировано в 15 административных территориях республики. Заболеваемость клещевым энцефалитом и другими болезнями, передающимися через укусы клещей, не зарегистрирована. В случае укуса следует как можно быстрее обратиться в ближайшее лечебное учреждение для получения противоклещевого иммуноглобулина. После 4 дней с момента укуса введение препарата не принесет никакой пользы.